тебе привет. Так, так, так. И где мой сын? Я спросил, где мой сын, ублюдок. Ладно. Хочешь играть жестко? Легко, засранец. Видишь ту девчонку, от которой все так тащатся? Так вот, мои ученые говорят, что ее подпитывает эта штука. Посмотри на нее. Слаба, как котел. Мистер Декстер, заткнись! Черт! Клэп, у тебя что здесь, притон? Это не мое. Господи Иисус! Это мисс Купер. Больной урод. Ты убил моего сына, да? Слушай, лучше все ему расскажи. В этой тюрьме нередки несчастные случаи. Эй, мистер Декстер, да ладно вам. Не беспокойтесь, я о нем позабочусь. Идите. Верни моего мальчишку, Клэп. Я вас когда-нибудь подводил? Идите. Да, теперь только мы с тобой. Черт побери! Ну, конечно, как же иначе? Я иду! Эй, очнись! Тут кто-то есть! Черт!
Да, да, будет сделано. Это просто сержант. Выглядит очень довольным. Видимо, только что с сеанса. Но ты понимаешь, о чем я. В общем, я оставил пистолеты для тебя на регистратуре. О, да, не... Я не люблю жаловаться, но это происходит каждые полчаса. Я всю ночь не спал. И как раз перед ярмаркой. Я хочу выиграть золотую рыбку. Грузовики Dexter Industries. У меня связаны руки. Вот зараза! Я хочу написать жалобу. Почему им надо непременно ездить по главной улице? Есть же другие пути. Прости, Дастин, но с этим тебе в мэрию. Это они утверждают грузоперевозки. Но я бы не стал зря сотрясать воздух. Сам знаешь. На Dexter Industries работает половина хоп. Шериф никогда... Черт! Господи! Сэр, не уделите мне минуту? Не уходите, сэр, я хочу на вас посмотреть. Ты, пока... Пожалуйста, пожалуйста, помогите мне что-нибудь. Пожалуйста, мне нужна помощь. Пожалуйста, кто-нибудь, пожалуйста, будьте так добры! Эй!
Покажи ему, что мы не шутим. Господи, ну и дерьмо. Альфа, выполняйте задание. Ищите 47-го. Район. Понял, будет сделано. Ну, что там? Осмотрите каждый закоулок. Нужно прочесать здесь все. Вас понял? Что за черт? Похоже, у нас проблема. У меня чувство, что мы идем прямо в ловушку. Сегодня никто из наших не умрет. Вы меня поняли? Вот. Я точно слышал шум. Черт! Ты в порядке? Отвечай! Он переоделся! Хватай его! Нам происходит... Обыщите каждый миллиметр! Вижу цель. У меня все! На месте! Меняю магазин!
Цель обнаружена.
Кэша магазина, 45 градусов на юго-западе. Конец связи. Все чисто. Идем дальше. Он скальпель, а мы вот. Блин, зря мы все это затеяли. Охотиться на своих — это не к добру. Грубая сила всегда побеждает. Пожалуйста, не хочу сдохнуть в церкви. Последний раз. Где Виктория? Да пошел ты! Blackwater Park! Blackwater Park!